Мы находимся в Красногорске у ДК Подмосковья. Именно здесь сегодня в рамках акции «Быть здоровым – это модно» несколько десятков людей совместно со своими коллегами, единомышленниками, друзьями из 40 городов проведут массовое обливание, и мы с вами это увидим. Для организаторов Красногорского спортивно-патриотического клуба «Ярополк» это уже 12-е мероприятие, и от года к году оно становится крупнее, вовлекая в закаливание все новые города и страны. Сегодня у нас на площадке Красногорске 110 человек. Вот, зарегистрировалось, правда, 150, может, что-то испугалось, но в любом случае 5500 человек с 42 городов сегодня одновременно обольются. Друзья, быть здоровым – это модно. Россия, Южная Осетия, Приднестровье, Замбия, Нигерия. География обширная, но если там за рубежом на улице плюсовая температура, то у нас ниже нуля. Я бы не решился лить на голову холодную воду. Хорошо, что нашел себе единомышленников. А в какой ситуации вы бы согласились облиться холодной водой на морозе? Я в таких ситуациях, ну, если бы вот нужно было с внуками, я бы облилась. И если бы это было Черноморское побережье, плюс 40. Да, в Крыму. И вы уже стоите по пояс в теплом море, да? Вероятно. Самому младшему 4, старшему под 60. В одном строю были дети, политики и звезды. Их всех объединила не только любовь к родине, но и желание проверить себя. Как вы на это согласились и почему? А потому что я люблю вот такие все вещи, где нужно себя превозмогать. Первый раз для вас? Ну, если честно, я моржую. Это легко. Но в обливании, в таком массовом, я участвую впервые. Быть здоровым – это модно. Ребята, есть кого брать пример. Фишка массового обливания в одновременности, когда в Калининграде было 12:40, в Красногорске 13:40, а в Хабаровске почти 9 вечера, и прозвучал заветный сигнал. По признаниям участников прошлых лет, заболевших не было, так что единственное, что мы можем сделать со своей стороны, позавидовать силе духа участников и взять с них пример, чтобы в следующем году сменить роль и встать в один ряд с ведерком холодной воды в руках.